Сигнал о заминировании авто в паркинге нового привоза оказался ложным, но вместо взрывчатых веществ полицейские обнаружили куда более интересную находку. Сегодня после обеда на линию 102 поступило сообщение о том, что один из автомобилей в подземном паркинге на новом привозе заминирован. К месту события оперативно прибыли полицейские и взрывотехники. По предварительной информации, в подозрительном автомобиле было найдено несколько единиц огнестрельного оружия и комплекты военной формы. Сейчас въезд в паркинг оцеплен. Внутри него работают эксперты. При огляде автомобилей собака-кинолога відреагувала на два автомобиля, які були відкриті, і в них було виявлено зброю та боєприпаси. За попередніми даними, зброя автоматична, боєприпаси в цинках з армійськими упаковками. Це бойові боєприпаси 7,62 та 5,45. Зараз проводиться перевірка. Прибули співробітники також Служби безпеки України і також долучилися до слідчих дій стосовно цих двох автомобілів, що знаходяться на цьому паркінгу. Сейчас правоохранители устанавливают владельцев автомобилей и отрабатывают все возможные версии. Все подробности в полиции пообещали сообщить позже.